В очередной раз колесо сломалось. Сейчас мне приходится вести его наоборот. Кажется, через одну улицу будет моя хата с Airbnb. Но вести прям очень неудобно. Наверное, я сяду на что-нибудь. Снял квартиру с вот таким видом. Хозяин Бен, он венгр, немножко говорит по-сербски. Ну как, немножко, нормально скорее он говорит. И по-английски. Он говорит, что здесь он в основном разговаривает на английском. Квартира вообще классная. Ну и Бен такой дружелюбный, это просто вообще... Ну нереально дружелюбный чел. Квартира классная, здесь я могу работать. Вот бы снять такую. И здесь она в центре. У меня отвалилось колесо, как я сказал, но я все-таки прошел. Вау, смотрите, какие выключатели. О, нет. А вот... Не знаю, что они выключают. Ну, даже ванная есть. Я 100 лет не был в ванной. Сейчас я, наверное, немножко поем. Каким-то кальмаром пахнет. В целом, похоже на доширак. Ну, лапша немножечко другая. Написано, кто хозяин. Властник Эдит Джи с телефоном. Очень странно. Сам закрываешь двери. И едешь. Стой. А как мне поехать? Не знаю. Видимо, я не закрыл до конца двери. Этот Бен очень дружелюбный, говорит. Можно кофе попить или пиво. Просто назови день. Ну, я ему сказал завтра или послезавтра. Так, я что, приехал? Так. Тут вот идут люди, друг с другом здороваются, улыбаются. Так-то все тут походу есть. Магаз с красочами. Можно гулять. Восточные сладости. Подсвечивается асфальт. Ехал сюда вместе с сербской женщиной. Рядышком она сидела. И она разговаривала по телефону. И постоянно повторяла. Ужас, ужас, страшно. Если честно, то домой хочется, в Воронеж. В свою квартиру. Сам Воронеж мне не нравится, но вот в свою квартиру хочется поделать там ремонт.
посверлить, попилить. Блин, так было прикольно. В итоге я без инструментов все продал. И в субботице с голой жопой на краю вселенной. Тут, кстати, через несколько километров, по-моему, Венгрия. И печено продим. Кабасица две. Две. Этот песик вот там вот бегал возле моего дома. Привет. Ты хороший? Ты хороший. Так, 2 года назад я любых собак боялся, даже самых маленьких. Потапа даже боялся, представляете? Я набрал еды. Даже не знаю, сколько я потратил. Субботний, дождливый как бы день, 4 вечера. Отличное время, чтобы сходить в банк, чтобы попробовать получить сербскую банковскую карточку, с которой работает PayPal. Пройти от моего дома нужно где-то 500 метров. Это я вот уже в центре. И где-то здесь будет Альтабанк. Я кое-как заполнил эти документы, но все равно многое оставил пропущенным. Может быть, мне удастся поговорить с консультантами, и они мне объяснят, как что там надо писать. Сегодня не до часу дня. Понедельник, пятак, до 6. В Яндексе надо, чтобы поправили расписание. Ну ладно. Отстойно. 16:20. Ночь. Все закрыто. Это суббота. Людей нету. Работают игровые автоматы. Я прошелся по этой улице. Я думал, здесь есть пекарня прикольная, где я вчера покупал вкусные булочки. Но, кажется, я ошибся номером. Все закрыто. Темно. Как будто я в каком-то Богдановиче, но который выглядит красивее просто. Раздают листовки про Россию. Как прикольно бы замутить базу. Военную базу в Нише, это сербский город. Как прикольно, в общем, нам, братьям, вместе противостоять НАТО. Я здесь уже был, взял один листочек, почитал, опубликовал в Инстаграме этот листок. Мне сказали, что вроде как это какая-то партия, они набирают обычно по 5%, и вроде как это ничего страшного. Вау. В очередной раз возвращаюсь в Альтабанк. Здесь вот ярмарка. А, что я покажу немножко. Пахнет вином. Здесь Иисус родился, рождается. Сербская музыка. Ладно, я в банк.
банке я встретил русских челов. Спросил у них, как заполнять документы. Да заполнил их. Отдал все сотруднику. Показал два паспорта, она их скопировала. И на почту ей отправил свою белую карту из Белграда, которую сделал мне арендодатель с Airbnb. Мой контракт с агентством BenBen на русском языке. Мой контракт с Coca-Cola, который уже закончился, но я зачеркнул там даты. И мои месячные платежи с банковской карты, которой я пользуюсь здесь. Мне сказали, что напишут мне имейл. Ну, не знаю. Парням вообще говорят, что сделали все очень быстро, там, за 4 дня. Говорят, что есть другой банк, поштанский. И там какие-то супер большие сроки. Чуть ли не месяцы с начала открытия карточки. Это сербская православная церковь. Красивая. В будни субботницы оживленнее, чем выходные. Гуляют люди, студенты разные. Но сотрудник работал очень расслабленно. Это, наверное, самая расслабленная работница вообще, которую я когда-либо видел. То есть она отходила, базарила там с другими, просто базарила. Перекладывала бумажки, сидела, пила воду. До этого она мне что-то сказала по-сербски, я не понял. И я несколько раз просто не понимал, мне нужно еще стоять возле нее, либо она уже все сделала. Даже когда я попытался уточнить у нее, все ли закончено, и я все равно ничего не понял и продолжал стоять. Это вообще, это очень высокий уровень. Я сейчас куплю еды и пойду начну работать. Мне нужно рисовать эскизы для 3 мазафака клиентов. Шоколад Snoop Dogg. Взял молочный коктейль со вкусом кекса. Иду домой мимо пекарни. Капец, сколько можно откладывать? Я откладываю и откладываю, чтобы звонить насчет жилья. Здраво, я сам из Руси, и сербский ми же яко лош. Я about... Сам из Руси, и сербский ми же яко лош. About... Ваш оглас о стану, он сайт. Ага. Я хочу. Да, ушу. Вот эти. Ваш оглас актуален еще? Актуален, али не на краткий рок. На... А, минимум 6 месяцев. I will live in субботица long time. Maybe 1 year. Uh-huh. Вот. When you will come? Because I'm not, я не живу у субботица, я живу у Венгрии. А-а-а. И приходим у субботицу, а потребуешь. Я now, I now in субботица, and можно ли Then I will send you the phone number. Я буду тебе послать, ты позовешь, это одна жена. С ней можно наговорить истории в связи с Таной. Хорошо.
Хорошо. Окей. Good.